Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в Аркадию с поселка Котовского. Итак, смотрим наше путешествие. Дальше я ничего не буду комментировать до того момента, пока мы не приедем в Аркадию. Наслаждайтесь видами Одессы.
Итак, сейчас мы с вами входим на территорию Аркадии. Аркадия, это, конечно, стала сказка. Раньше такого не было. Раньше были какие-то варёчки, магазинчики небольшие, аллейка такая узенькая, конечно, но было больше каких-то пальм, растительности, как-то вот свежее было все равно раньше. Но сейчас преобразили, конечно, поставили многочисленные кафе, сделали разные развлекательные центры для детей, бассейны, тут фонтаны, ну, все, что хоть душе угодно. Итак, пойдемте дальше. Пляжи, конечно, сейчас еще не приведены в полный порядок, однако можно выйти, к сожалению, как мы с вами спускались только что, с правой стороны был выход именно на пляж. За него боролись, одни бизнесмены его отгораживали для себя, там люди выбивали себе хотя бы кусок этого пляжа, чтобы бесплатно на нем находиться, но в результате вы видели все, отгородили. То есть все за деньги, вот плохо, вот на законы всем наплевать, надо только хапать попкорн. К сожалению, и для того, чтобы отдохнуть на пляже, нужно идти далеко, вот, ну, для того, чтобы не платить бабки, а если хочешь прямо в центре, платить бабки и заходи, вопросов нет. Вот так. А здесь уже начинается трасса здоровья. Ездят на велосипедах, катаются на самокатах, просто бегают, просто ходят, ну или просто пьют кофе. Есть скамейки, можно сидеть в хорошую погоду, наслаждаться шумом моря, дышать. Это очень хорошо. А это одна из лестниц, ведущая в город. Для того, чтобы по ней подняться, нужно еще изучить скалолазание. Мне получилось, конечно, подняться. Так, база открытая была, можно было выйти.
Я уже выхожу к главным воротам. Вот, ну и поеду домой. Так, надеюсь, моя сегодняшняя прогулка вам понравилась. Ну вот и все. Выход. Иду сейчас на трамвайчик и поехал погуляю до дома.